Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем прохождение The Last of Us, давно ожидаемого эксклюзива на PlayStation 3, который, судя по оценкам, которые уже успела выставить пресса, действительно является чем-то из разряда «О боже, 10 из 10, о боже мой». Эту игрушку мы смотрели демо-версию, мы очень много ее обсуждали, и в итоге, когда она вышла, даже не верится, что я держу сейчас геймпад в руках и начну в нее играть. Это будет крайне атмосферное прохождение, постараюсь поддерживать атмосферу, выдерживать сюжет, и отыгрывать по большей части мы будем в этот раз доброго персонажа, потому что все время быть циничной сволочью мне надоело. Поэтому приятного просмотра, устраивайтесь поудобнее, давайте приступать. За злым персонажем вы можете пройти на канал к Джеку Шепарду. Он будет проходить игру одновременно со мной, будет делать диаметрально противоположные выборы. Мы решили посмотреть игру так. Так, хорошо, сразу маленько прибавлю гамму, чтобы вам было получше видно. И, как я помню, во время просмотра демо-версии очень многие меня за это облагодарили. Так, язык по умолчанию должен стоять русский, насколько я знаю. Да? Хорошо. Ну и, собственно, давайте начинать. Средний уровень сложности, хотя здесь, на мой взгляд, не очень удобно целиться, тем не менее. Ну, то есть, удобно-то удобно, просто надо привыкать. Как вы знаете, на DualShock я не силен. Мне лучше геймпад от Xbox, я на нем больше привык играть. Ой, как я люблю игры про зомби, про постапокалипсис. Но здесь, насколько я понимаю, главная опасность — это все-таки люди. Зомби здесь очень страшны, опасны, но это не то, чего стоит бояться в первую очередь. Томми, я... Томми, послушай. Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Ха-ха-ха. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Локализация отличная просто. Я так понимаю, это за несколько лет или там дней до событий. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? И мы играем за что девочку. Там дело? Обалдеть. Круто. Блин, студия Naughty Dog, они просто боги. Еще со времен Crash Bandicoot я это говорю, но в итоге каждая их игра — это просто какой-то мастер-пис, если можно так назвать. Вот елки, забыла отдать открытку. Ну ты балда.
Дорогой папа, давай посмотрим. Тебя все время нет рядом. Тебе не нравится музыка, которая нравится мне. Тебе не нравятся фильмы, которые я смотрю. И все же ты остаешься лучшим папой. Каждый год. Как ты это делаешь? С днем рождения, Сара. С днем рождения, папулька. Так, я предлагаю включить субтитры, потому что, возможно, у кого-то там звук не особо хорошо, поэтому субтитры мы включим. Что еще у нас в комнате есть? Комнатушка такая прикольная, да? Бардак, конечно, срач. Что это за девочка такая? Папа на работе все время. Вот ты. Папа? Смотри, какой дом хороший. Папа нял. Ну, в туалете его явно нет. Что в газетах пишут? Всплеск посещаемости в районных больницах. Число обращений по поводу загадочной инфекции возросло на 300%. Понятно. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. Ожидается массовый отзыв поставок. Полиция. Женщина сошла с ума и убила мужа. Три других... История обрывается. Папочка! Папочка телек там смотрит, судя по звукам. Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечают вспышки агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, вы! Судя по всему, уходите. Там что-то происходит. Ты обалдеть. Ох, офигеть. Капец. Папа! Капец. Не папаня-то. Папа! Да что происходит? А что происходит на самом деле? Ну, то есть понятно, что происходит, но хорошо, что я практически не смотрел трейлер. Эта демка, она единственная, что я знаю об этой игре. Вообще старался как-то избегать, потому что, блин, ну, сюжет. Его телефон. 8 звонков. Где тебя носят? Томми. Позвони мне. Иду. Не иду, а я, ну, типа, двигаюсь к тебе. Сегодня я вернусь поздно. Не забудь заказать еду. Увидимся утром, папа. Где он? Чем папа не таким вообще занимается? Это жутко что-то. Собака. Собака, ты как? Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Боже. Дженни! Папа! Детка, сюда. Скорей. Это же... Дженни! Ты слышишь, что я тебе говорю? Не жди! Скорей. Скорей. Господи. Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Томми подъехал. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Давай, залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем?
Зараза просто какая-то. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара, ты как, солнышко? Блин, да мурашек прям. Не включишь радио? Само собой. Мужики вообще напряглись, да, смотри? Что происходит-то? Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Фонареть просто. Да. Прости. Чё там такое? Господи, что же это такое? Они не знают. Наглухо. Но не только наш город. Намотался на стол. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. О, там просто полыхает, смотри. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да. А вы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Наверное, надо было. Хотя его тоже можно понять. Плохо дело. Когда всем до одного, одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад. Эй, чего стоим? Поехали! Ой, какой капец происходит. Япона, мать, ты смотри, там всю семью жрать начали. Трогай ты уже куда-нибудь. Офигеть просто. Просто офигеть. Это начало просто пробирает до мурашек. Я не знаю, настолько жутко. Папа? Просто, реально. Эй, пап! Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Томми там как... Оно уже выбралось оттуда, что ли? А, япона, мать, давай! Пап? Я здесь, милая. Здесь. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Твою-то мать! Томми, прикрой нас! Давай, детка. Держись крепче. Да что происходит вообще? Это же... Он умер. Страшно. Они сзади. Давай, выбирайся куда-нибудь. Вон там. Так, а как... Охренеть! Смотри, наглухо все лежит.
Давай куда-нибудь. Давай, дверь, дверь, дверь. А! Томми! Господи! Почти пришли! Он мёртв! Почти пришли, малыш! Пошли! Топим, топим, топим! Блин, он прям за мной! Сюда. Почти пришли. Да они сзади прям. Ебана мать. Давай, давай, давай. Да ты посмотри сзади, что творится. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара? Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи, Господи, прошу тебя, не умирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка, Господи. Какой кошмар, это пипец. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни. Не для впечатлительных игра, да. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Как обычно из-за низких мудаков все. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Твой, ну это начало, это пипец просто. Серьезно, очень жестко. Двадцать лет спустя, обалдеть. Одну минуту. Так он посидел уже, смотри. На Хью Джекмана похож, да? Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду.
Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Хорошо. Что за Роберт? 20 лет прошло, это обалдеть. Это уже не просто там какие-то изменения будут. Хотя, в принципе, тоже интересная пора. Это именно уже устаканившийся мир, в котором народ понимает, что вообще происходит. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Какое-то государство есть, да? Комендантский час. Ну, власть, по крайней мере. Нет будущего. Сожги все это. Светлячки все заберут. Да ладно, правда? Обратно. Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. А ты, Джоэл, тебя уже в патруль вызвали? Написано на табличке с 6 вечера. Ой, 6 утра. Да, с 6 вечера до 6 утра. Любой, кто будет пойман на улице без соответствующих документов, будет арестован на месте. Комендантский час. Блин, как приятно все выглядит, да? Даже не скажешь, что эта приставка вышла чуть ли там не 8 лет назад уже. Внимание! Граждане обязаны носить удостоверение личности и выполнять все приказы персонала. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Центр выдачи пайков. Народ голодает. Но, по крайней мере... По крайней мере, им дают паёк. Руки за голову, мразь! Быстро! Ух, капец. А здесь живой, говорит. Придержите ее. Быстро. Смотри прямо. Ладно, держим. Че, убили? Да офигеть вообще. Заткнитесь. Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в зараженном здании. Вызывайте санитарную команду. Они так... Такое ощущение, что, я не знаю, вкололи и там, типа калия, не знаю, яда какого-то, сразу. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Власть как-то поддерживает порядок, да? Несмотря на то, что вроде как все недовольны, но, по крайней мере, у них есть место над головой и есть что кушать. Его поймали с фальшивыми талонами. О боже,
И что с ним сделали? А как ты думаешь? Избили до полусмерти и уволокли. С тех пор его не видно. Здесь вот эти вот. Надо было думать. У него семья. Куда он от них денется? Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Разделение на районы. Так, что, нам сюда? Вообще-то я за тобой должен идти, но... Косы, ты за мной идешь. Похоже, не сюда. А, нет, сюда. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, ладно! Это еще что такое? Топим. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его ответственность. Пока что ощущение больше всего похоже на Half-Life 2. То есть вот ты... Тебе легкий путь. Останови уже кровь. Не, зацепить успели, что ли? Так, выберите аптечку с помощью наверх для лечения. То есть такие ощущения, когда не понимаешь, что происходит, а город тем временем уже давно живет по своим правилам. Нужно обойти снаружи. И ты просто ходишь с открытым ртом. Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Двери опечатаны все. Ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Понятно. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Кто такая Марлин? Мне это. Надо найти его раньше, цикад. Сюжет просто бросает, я не знаю, в реку и выплывай сам как хочешь. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? А, все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. Понял. Что значит, а ну-ка спокойно? Что там на улице происходит? На улице вроде спокойно. Прикольно в картишке. О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет свет. Кто наш герой вообще? Какой-то небольшой криминал скам, короче. Похоже на то такой. Подработки то тут, то там. Не особо законные. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади меня. Давай. Туда? Или куда? А, сюда. Готов? Да, мэм. Пока что это все выглядит как Uncharted, из которого убрали все краски яркие.
добавили депрессивный сюжет, избили главного героя, то есть Нейтана Дрейка, и состарили его лет на 20, опять же. Это круто. Давай. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Так, это уже похоже мы снаружи периметра, да? Офигеть. Брошенный город. Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Пипец просто. Нет, это все очень внушает. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Прямо не знаю, начало такое вообще-то, вон, до мурашек. Лестница, лестница. Где же ты? Оп. А вон она. Эй, посмотри вон там. Да, понял я, господи, сейчас. Есть. Доступно обучение. Для просмотра нажмите старт. Прислонив так-так-так. Капитан, спасибо, что бы я без тебя делал. Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Туда. Жутковато. Теперь вниз. Все заброшенное такое. Думаешь, пусть еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Билл придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Стой, споры. А там кто-то есть. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Так, ну хорошо. Будем поаккуратнее. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. А как это? Что это у него кости торчат, что ли? А, это же... Споры, типа грибы. Офигеть, это все из них прорастает, смотри. Пипец просто. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает, осторожно. Сюда. Тише. Сейчас. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Ну что, мы его бросим тут, что ли? Пошли. Офисы какие-то. Пойдем. Не смогли услышать. Не бросать же его тут, ёлы-палы. Тут, представляете, лежать так, да? Нафиг.
Это поросль, это самое жуткое, что я видел в последнее время. Чтобы Джио прислушался, нажмите «Удерживайте R2». Тут, я думаю, глухой услышал бы. Что будешь делать? Тихо, тихо, тихо. Подожди, это была ошибка. Все, у меня проблемы. Я не хотел его убивать, но в итоге, видимо, другого варианта у нас нет. Драка ночью в коммуналке. Фух, хорошо. Ну, это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Здесь меня подвело то, что я играл в демку. И там было два варианта. Я ждал, когда второй появится. Можно задушить, а можно придушить просто чуть-чуть. Но, в принципе, с зараженными, я так думаю, это не особо пройдет. Поэтому, ладно, будем знать. Но из-за этого мы довольно сильно пострадали. А они, насколько я понял... Ладно, не буду спойлерить, вдруг кто-то еще не видел демку. Патроны хорошо восполнены. А там на улице такое ощущение, что все в этих спорах просто. Что-то как-то не вызывает доверия эта досочка. Посмотрим сначала. Блин, вот эти вот заброшенные помещения сделаны просто на 5 с плюсом. Тут видно, что люди жили, работали. Очень большое, хорошее внимание к деталям. Привет, брат. Мы были так близко. Трудно почитать. А, вот, смотри. Привет, братишка. У нас почти получилось, но, увы. Сейчас я сижу снаружи и знаю, что уже никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армейский патруль. В панике мы попрятались в заброшенном доме и не заметили, что там были споры. Теперь мы все заражены. У нас осталось несколько часов, максимум день. Надеюсь, контрабандист все-таки придет, и я передам тебе эту записку. Надо было послушаться тебя и пойти в зону, пока еще был шанс. Теперь уже поздно. Удачи, Марк. Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Ну, мы сейчас встретили тех, похоже, кто писал эту записку. Ну и что, давайте на этом прекратим, наверное, первую серию. Увидимся во второй. Сейчас я маленько проверю, как это все у нас получается, а потом продолжу. И вторую серию, обещаю, вы увидите сегодня же в 7 часов, ну, то есть в 5 часов по Москве. По игре могу сказать, это, по-моему, шедевр, просто пока по ощущениям. В ней идеально вообще все. Сюжет, графика, атмосфера, персонажи, диалоги, даже локализация. Ну, локализация, к ней возникают определенные вопросы, но, по сути, она крайне крута тоже. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии с новым прохождением у нас. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.